нам нужно готовить промышленную предпринимательскую элиту России, которая будет вести ее уверенно в будущее. Сама идея, безусловно, она очень актуальна, необходима для России. И, в принципе, мне кажется, достаточно органично, когда собираются летом ребята, когда у них много есть свободного времени для того, чтобы обсудить свои идеи, которые связаны с какими-то технологическими проектами, и подумать, как их можно реализовать. Людей надо развивать, людям надо помогать, чтобы они понимали, куда им надо двигаться. Мы уже сегодня видим, и когда разговариваю со студентами, что многие из них намного лучше стали понимать суть того, как из технологии изобретения сделать бизнес. Особая экономическая зона Алабуги нас так здорово принимает. Находиться в такой дружеской, такой творческой атмосфере – это праздник. Особенно хочется отметить, что очень хорошо кормили. Ты приезжаешь в незнакомую такую атмосферу, никого не знаешь, и нужно придумать какой-то проект, работать в команде. I think I just get a lot of experience and the cooperation from all the participants and the tutors. Действительно, встретил очень много интересных людей, которые меня вдохновили, как-то мотивировали на новые победы, новые достижения новых высот. Ребята, не бойтесь ничего, дерзайте, и все у вас получится. Главное, если веришь в дело, оно все выгорает. Успехов!